В рамках фестиваля «Рига сияет» на площади Альберта спустя 3 года вернется музыкальный световой фонтан. В 2011 году проект творческой группы «Artistic» и «Untitled Passacums» создали в Верманском саду проект «Одно мгновение с фонтанами», который был признан лучшим аудиовизуальным, световым и видеооформлением. В этом году творческая группа проекта вернулась на фестиваль света «Старо Рига 2014» с историей о 4 временах года. Всплески воды, игра света и музыка на сей раз преобразят площадь Альберта, разбудив от зимней спячки природу весной, позволив Риге расцвести летом и закончив представление воды и света величественным ощущением осени. Расположение фонтана будет необычным. Авторы задумали его так, чтобы за игрой света можно было наблюдать с различных точек, в том числе и изнутри фонтана. Напомним, что фестиваль «Рига сияет» продлится 5 дней с сегодняшнего дня до 18 ноября. Фестиваль проходит уже в 7-й раз. Ну а более подробно о этому мероприятию можно ознакомиться на страницах staroriga.lv и riga2014.lv.